дня. Сьогодні будемо говорити про фотографію, про її аспекти та як зробити так, щоб ваша світлина була найкращою. І до нашої студії ми запросили Максима Задорожнього. Привіт, Максим. Добрий день. Хотілося б дізнатися більше про фотографію, про самі знімки, про те, наскільки важливо фотографу самому знати, як же правильно це робиться. З приводу фотографії, от що найголовніше в фотографії, щоб вона вийшла потім, така, як вам потрібно? Головне в фотографії, як я вважаю, це щоб вона визвала якийсь відклик у зрителя і визвала якусь емоцію, як мінімум. Тому що з точки зрення фотографії, да, важна техніка, щоб вона була правильно виконана, з точки зрення там, настроек фотоапарата. Но технические настройки все-таки для фотографии, как для предмета искусства и уникального какого-то произведения, это второстепенный момент. Главное, чтобы фотография несла в себе какой-то смысл. Угу. Було чим помогти. Звичайно, зараз дуже багато техніки з'явилося на ринку і, мабуть, у всіх є фотоапарати. Але тут ще такий момент, коли звикають люди фотографувати на мобільні телефони і бачать там якусь вже оброблену самим пристроєм фотографію, то, звичайно ж, потім не хочеться вже нічого робити, і коли ти бачиш фотоапарат, так, в руках тримаєш його, то дуже часто постає питання, як же зробити так, щоб не в автоматі знімати, щоб там зробити правильні налаштування. І щоб ваша світлина справді була технічно правильно виконаною. От які є моменти, на які потрібно найбільше звертати особливу увагу? Ну там світло, перспектива, можливо, там так, баланс, ну що, найголовніше. В настройке фотоаппарата и то, как работает свет фотографии, вообще свет теневой рисунок, это немножечко разные вещи. Ну, для начала поговорим о самих настройках фотоаппарата. То есть, с точки зрения настроек и по настройкам, в фотоаппарате на самом деле не так много функций, и настроить это не так уж сложно. Очень много людей осваивает технику и съемку в ручном режиме абсолютно самостоятельно, по каким-то там урокам из интернета, либо по каким-то там пособиям, либо просто даже по инструкции к фотоаппарату это реально сделать. Но все-таки большинству людей полезным будет закончить фотошколу, пройти какие-то курсы фотографии. Даже если вы знаете, как работают настройки в фотоаппарате, фотошкола даст вам упорядоченные знания, разложит их все по местам и закроет какие-то пробелы, которые позволяют связать одно с другим и позволит спокойно, не сосредотачиваясь на настройках фотоаппарата, не отвлекаясь на технические настройки, целиком погрузиться в творческий момент. Угу. Ось, ну именно... тут же потім щось дасть людині, справді. Да, конечно. И то есть фотограф, когда занимается фотографированием, когда он работает со светом, он не думает, мало думает о настройках фотоаппарата, в основном все это все проходит в автомате. Больше фотографы сосредотачиваются на том, как работает свет, на том, как простроить локацию, на том, как добиться взаимодействия с моделью, добиться какой-то эмоции, добиться какого-то результата. Во всех этих вещах технические настройки – это фактически работа в автомате. И вот в этом плане желательно бы все-таки иметь крепкие знания в базе настроек фотоаппарата, где настраивается выдержка из там, диафрагма, как работает конкретно ваш фотоаппарат, где какие функции расположены, чтобы вы не отвлекались от основной вашей задачи как фотографа. Потому что уметь технически настроить фотоаппарат, это еще не означает уметь сделать фотографию. Потому что технарь и творческий человек – это вот, ну, две разных вещи. Переходимо до іншого питання, вже наступне. Тобто фотоаппарат ми будемо вважати, що ми налаштували, вивчили все, що нам потрібно, і далі. Що ж потрібно знати фотографу самому? Є така класна пословиця, така фраза, яку люблять говорити фотографы, которые я люблю говорить в фотошколе, когда даю ребятам базовые знания по фотографии, что начинающий фотограф, фотограф, который только начинает свою карьеру, который только пытается сделать хорошие фотографии, он ищет красивое место, чтобы сфотографировать. Вот. Фотограф, который уже задумывается над содержанием и который понимает, что он снимает и что такое фотография, он ищет красивый свет. Потому что если мы фотографируем в красивом месте, это фотография о месте. А нам же все-таки надо сфотографировать героя, если мы говорим о портретировании, да, о съемке человека.
то в этом моменте не так важно, в каком, в насколько красивом месте будет сфотографирован человек, потому что фотография получается о человеке, важно, как он будет освещен. И вот основной аспект, который делает фотографию плохой или хорошей, это свет. Потому что фотография, если попытаться ее расшифровать, да, латынь, фотос – свет, графос – рисовать. То есть фотограф – это человек, который рисует малює светом. Малює світлом. Да. Тоді, як же нам намалювати наш портрет світлом так, щоб це було вигідно? Який проміжок часу потрібно обрати? Чи зранку, чи ввечері, чи це буде, ну, в обід, кажуть, взагалі не можна, так? Ну, є якісь, справді, години, в які фотографи намагаються от на пленер виходити саме там з 10-ї, там, не знаю, до 11-ї, там, чи якось там ввечері? Опять же, если понимать, как работает свет, если понимать специфику света и то, какого объема мы хотим добиться, то конкретного четкого времени нет. Ну, например, солнце в зените зимой и солнце в зените летом – это две разных вещи. Две разницы, зачем? Для себя и, опять же, то, как я это подаю другим ребятам, я объясняю, что я считаю свет объемным, когда тень от объекта длиннее, чем сам объект. Например, тогда я считаю, что свет достаточно объема дает, да, и поэтому, да, многие фотографы не любят летом у нас снимать на улице в районе обеда, потому что солнце, извините, почти над головой получается, объем получается достаточно неприятный, не очень-то красивый. Ну и больше этот момент в плане того, что работать с таким светом сложно, потому что, ну, например, если мы фотографируем там семейную какую-то съемку, да, там мама, папа, дети, под прямым солнцем в обед, мы все знаем, что смотреть на такое солнце достаточно тяжело, в итоге у нас получается китайская семья на фотографиях, вот, и выглядит это не очень хорошо. То есть и людям некомфортно, когда им жарко, когда им солнце слепит в глаза, и на фотографии смотрится не очень красиво. Светотень на лице от верхнего солнца – это не здорово. Взагалі, от я дивлюся, от справді є фотографи, які просто намагаються з моделлю якось так от дуже її там притиснути, намагаються там виставити на холод чи там ще кудись, щоб модель працювала, як то кажуть, так? Я чула від тебе, що справді це не важливо, це не потрібно робити, модель повинна відчувати задоволення від самої роботи. Звісно, звісно. Чому саме так? Чому не інакше? Ну, вряд ли к вам вернется на съемку второй раз человек, которому на съемке на первой с вами было некомфортно, когда он там замерз, заболел, или наоборот было очень жарко, или просто он устал, как будто бы он там вагоны разгружал. Обычно после таких случаев у людей складывается мнение, даже если они не видели еще фотографии, вот я вышел со съемки, замерзший, уставший, результат я еще не видел, при этом вот удовольствия я не получил. Не очень это хорошо. Если мне надо снять человека, которому там, не знаю, холодно, который там на улице ходит и мерзнет, да, тогда, наверное, стоит создать ему конкретно во время съемки условия, где будет видно, что ему холодно, и где ему и реально будет холодно. Но это не означает, что когда я закончил съемку, человек будет продолжать мерзнуть и оставаться в этом некомфортной обстановке. Вот как только я понимаю, что я сделал удачный кадр, я этому же человеку прямо там на улице дам в руки чашку горячего чаю, щоб він согрівся, і тому я вважаю, що на зйомці має бути комфорт. Ну, справді, це дуже добре було б, щоб люди мали таку можливість прийти і нормально відпочити. Тобто, і потім отримати класні знімки, тим більше, що людина потім, мабуть, якось перевтілюється швидше. Тобто, вона не відчуває дискомфорту і їй буде простіше. Так само дітям і так само дорослим людям, звичайно ж, їм краще, аби вони почували себе досить таки нормально, так, приємно. Конечно, конечно. Так, з приводу фотографії ще, що потрібно фотографові, окрім того, що він повинен потурбуватися про ту людину, яку він буде знімати, про те місце, локацію, яку обрано вже, крім того, що він повинен знати елементарно там знання. Тобто, в принципі, сама професія фотографа, вона вимагає дуже багато таких от аспектів, про які мало хто говорить. Тобто, я фотограф, але тут за цим багато чого стоїть ще. От що? Що таке
стоит за тобой? Очень много всего. Ну, во-первых, если мы хотим снимать настоящую фотографию, живую фотографию, на которых люди не будут в каких-то надуманных, навязанных позах и с каким-то навязанным сюжетом, в который они даже не вжились, не прожили эту ситуацию, то лучше снимать все-таки более живую фотографию, настоящую. А для этого каждый фотограф, наверное, выполняет какую-то определенную роль психолога. То есть идет определенная работа с моделью, разговор. Я моделью называю, если что, любого человека в кадре, Звичайно, с которым я работаю, я называю моделью. Все же разумеют, да. Что цель из вот. Подиума взята да, модель. Кстати, по поводу именно людей с модельным образованием и людей, у которых модельного опыта и опыта позирования нет, тоже можно поговорить. Это тоже отдельная тема. Вот, так вот, когда я работаю с моделью в кадре, мы действительно оба говорим о каких-то настоящих вещах. То есть, если мне нужна там съемка, на которой модель грустит, условно, да, или серьезно, человек серьезно выглядит, серьезное лицо у него, мы будем на такие же темы с ней общаться за кадром. На серьезные, на какие-то проникновенные я попытаюсь расспросить человека о чем-то личном, докопаться до каких-то там достаточно интимных моментов из его жизни, о которых ему будет со мной говорить достаточно комфортно, но все-таки которые являются личными темами разговора, да? И это очень сильно помогает добиться нужной эмоции на фотографии, добиться нужного результата. Вот. Тобто ви вдвох працюєте, да, входить, так? Вдвох входите в ту ситуацію, а потім що ти потім забуваєш? Ні, почому? Наоборот. Опять же, ми ж з тобою говорили вже, що фотограф знає техніку фактично інтуїтивно, він все розуміє, він не зосередоточиться на техніці. У меня лежит рядом со мной или у меня в руках находится фотоаппарат, но я уже не думаю о том, как он работает, потому что я знаю, что у меня будет сейчас хорошая фотография. При этом я могу, не отвлекаясь на фотоаппарат, очень глубоко работать, взаимодействовать с человеком, добиваться от него нужной эмоции. Когда я добился нужного мне результата, и я вижу, что на человека красивый свет, он уже как надо сидит и при этом правильно на меня смотрит по-настоящему, да, в соответствии с той эмоцией, с той задумкой, которая мне нужна, мне достаточно поднять камеру, нажать на спуск. Все. Я це зрозуміла. Я мала на увазі, ти потім забуваєш усе, що з тією людиною сталося. Ні, звісно, ні. Потім, конечно, після нет. того, як ти з нею прощаєшся? Я взагалі не прощаюсь з людьми, з которыми я знімаю. Люди, з которыми я знімаю постійно, за кадром для меня остаются очень близкими людьми. Я любого из них могу смело назвать своим другом. То есть девушки, мужчины, которых я снимаю, это все люди, которые потом не теряют со мной связь. То есть это так, отложил камеру и забыл, как тебя зовут? Нет, такого, конечно же, нет. Это люди, которые ко мне могут обратиться за какой-то помощью, это люди, к которым я могу обратиться за помощью, это люди, с которыми мы продолжаем общение, дружбу за кадром. Ну, тогда я скажу, что это в тебе не работа. Ну, опять же, есть же такая пословица, найдите работу своей мечты, и у вас не будет ни одного рабочего дня в вашей жизни. Ну, классно. Вот, то есть мы уже, да, запомнили, что каждый фотограф по чуть-чуть психолог. Каждый фотограф должен уметь видеть свет и должен понимать, как этот свет работает. То есть, условно, мы задумываемся о художественной составляющей фотографии. То есть, естественно, для этого нужно понимать и какие-то изначальные знания или просто видение, или просто даже ощущение художественной картинки иметь. Конечно же, мы все фотографы изучаем композицию, да, читаем литературу. Все фотографы воспитывают в себе определенную насмотренность. То есть мы смотрим качественный контент, мы смотрим качественные фильмы. На кого равняетесь? Ну так, пока не забыли. Кумиры? Так. Ой, у меня их очень много. Ну хоча б, не знаю, там, країну, хто як бачить, тобто ось такі от якісь можливо. Ну, в любому случае, у каждого фотографа есть кумиры, есть вещи, которые его вдохновляют. Мне проще вот поговорить о вещах, которые меня вдохновляют, чем о кумирах. Добре. Меня очень сильно вдохновляет кинематограф, меня очень сильно вдохновляет музыка. Я просто люблю слушать музыку. Вот я и работаю всегда, у меня на съемочной площадке почти всегда играет музыка. Вот, причем обычно я плейлист составляю к конкретной съемке. То есть я во время подготовки к съемке и о музыке думаю тоже, в том числе. Вот, меня вдохновляет просто
просмотр качественных картинок. Каждый фотограф — это еще и художник по чуть-чуть, да? Плюс есть еще определенные вещи, которые остаются за кадром, о которых люди не сильно задумываются, особенно люди, которые не связаны с фотографией, которые говорят, как классно быть фотографом, клац-клац, отснял и готово, и заработал, и у тебя много свободного времени. Но на самом деле фотографы — это люди, которые по ночам не спят, они занимаются обработкой фотографии, да? То есть кроме того, что я должен уметь фотографировать, да, я еще должен уметь ретушировать фотографии. А для того, чтобы уметь ретушировать, мне нужно правильное оборудование, и, соответственно, я еще должен об этом как-то задумываться, либо обратиться к специалисту, который мне это оборудование сможет настроить, либо самому как-то частично изучить эти вещи, чтобы понимать тоже, правильно ли у меня все работает. То есть это тоже нужно. Что касается творческих съемок, каждый фотограф выполняет еще и берет на себя определенную роль организатора съемок, да, то есть собрать команду, найти визажиста, найти модель, довести до них до всех концепт какой-то съемки, то есть идею какую-то, чтобы там в команде сработать. То есть в этом плане тоже еще. Ну, ты можешь поправить там модель, поправлять визажиста, тобто ты как главный там? Вот тут момент такой, все зависит от того, как организована съемка. Мне, например, всегда интересно снимать в команде, в которой все принимают участие, не в которой люди просто выполняют обязанности, которые ты на них возложил, и выполняют там, не задумываясь о том, правильно это или неправильно, а которые принимают участие в съемке. Когда визажист не может прийти и сказать там, давай вот сделаем не вот так, а вот так. Когда модель скажет, а давай мы вот вместо вот этого вот снимем вот это вот. Мне, например, такая работа нравится, потому что люди, которые вот так заинтересованы в результате, которые творчески тоже подходит к самому процессу, а не только технически. С ними работать интереснее. Вот. Ну и много еще каких-то мелких моментов можно еще тоже вспомнить и добавить. Поэтому фотограф достаточно широкая такая. Ну і знаєш, мені ще здається найголовніше, це коли вже потім на виході ти отримаєш фотографію і ти боїшся, вона підійде, вона комусь сподобається чи ні, чи це тільки мені подобається. Є в тебе таке бувало? Чи ти отак впевнений настільки? В результаті, ну, опять же, я прекрасно понимаю, що кожен чоловік має своє мнение, своє видіння. Вот. Во время обработки, во время отбора и в процессе, да, реализации съемки, во время съемки, во время там, отдачи результата, я всегда задаю себе там, три вопроса. Нравится ли мне, нравится ли зрителю и нравится ли модели? Вот, то есть я вот так с трех сторон пытаюсь на фотографии взглянуть. Чаще всего получается так, что там почти все нравится зрителю, чуть меньше, но тоже много нравится модели, а фотографу должно нравиться меньше всего. Вот. Потому что у каждого творческого человека постоянно идет такое плавание от подъема к спуску, от ощущения, что я молодец, я делаю то, что надо, до ощущения, я ничтожество, я не создаю ничего интересного. Это нормально, так? Да, это нормальный процесс. До себя ставляться. Первые 2-3 раза, когда на меня наступали вот такие вот пиковые ситуации, меня это как-то насторожило. Сейчас я уже к своему этому состоянию привык, и я понимаю, что это будет сохраняться постоянно. Вот. И когда ты думаешь, что у тебя все получается, имеет смысл попытаться спуститься на землю и задуматься, точно ли все хорошо, или ты просто какую-то там немножечко поймал кураж или звезду. И то же самое в обратном случае, если ты считаешь, что ты абсолютно ничего нового не создаешь, не развиваешься, стоишь на месте, попытайся взглянуть на это чуть-чуть более оптимистично и понять, что все-таки, наверное, чего-то ты добился, там, сравни свои фотографии или то, что ты создаешь, с тем, что ты создавал там полгода или год назад, и ты увидишь, что все нормально, все двигается, это просто такое состояние души. Ну скажи тоді, а в тебе є на майбутнє щось там, є якісь цілі, до яких ти хочеш іти? Какие-то ориентиры? Можливо, ориентиры, до чого ти йдеш? Мне на самом деле приносит удовольствие сам процесс саморазвития. И я не прекращаю учиться, на самом деле. Да, я работаю в фотошколе преподавателем, да, я пытаюсь там донести какие-то знания до ребят, которые приходят к нам учиться в фотошколу. Да, я считаю себя уже профессионалом
своего дела, но это не означает, что я считаю, что мне больше нечему учиться. То есть для меня сам процесс обучения, я понимаю, что на самом деле это, скажем так, там нет вершины, всегда есть чего достичь нового, и поэтому каких-то четких ориентиров, вот я хочу там снимать для какого-то журнала, и все, для меня жизнь состоялась. Нет, ничего такого нет. Просто хочу продолжать заниматься. И для одного журнала, для іншого, чим більше, тим краще. Тобто в тебе, насправді, ти хочеш просто розвиватись більше і більше, да, далі, конечно, і далі, так? Да, ну, то, що я делаю, оно приносит мне удовольствие. Мне приносит удовольствие, что я могу там превысить свой результат, да, там, через какой-то промежуток времени. И вот этот момент меня радует, и мне именно это, я считаю, путем фотографа, в принципе, и каким-то там, ну, будущим, не знаю. Для меня это больше просто вектор, без какой-то конечной цели. Ну, так вот, развиваться бесконечно. Да, постоянно. Ну, что, это был Максим Задорожний. Дякую. Спасибо.